Дорогие братья и сестры, я приветствую вас в этот прекрасный воскресный день. Очень рад всех видеть. Пожалуйста, можете, вижу, люди побыстрее спешат, чтобы свои места занять. Очень приятно находиться в воскресенье, собираться вместе, чтобы прославить Бога и также иметь общение среди близних, верующих, братьев и сестер в Иисусе Христе. Надеюсь, у вас была эта возможность до собрания. Но сейчас давайте возьмем пару минут, чтобы поприветствовать друг друга. Может, я видел, сегодня много гостей у нас в церкви, так что поприветствуйте тех, которые рядом с вами. Одно из самых, можно сказать, прекрасных качеств нашего Бога – это Его милость. И есть как бы милость и благодать – это как бы две стороны одной и той же монеты. Благодать – это когда мы получаем то, чего мы не заслужили. А милость – это когда мы не получаем того, что мы заслужили. Это, можно сказать, синоним Божьего прощения к нам. И эта следующая песня говорит нам, что сколько бы грехов не было в нашей жизни, если мы с Иисусом Христом, то Божья милость покрывает все это. Давайте вспомним об этом и споем о Божьей милости. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy.
blood was the payment, his life was the cost. We stood neath the debt we could never afford. Our sins, they are many, his mercy is more. Praise the Дорогой Господь наш, мы прославляем Тебя за Твою милость к нам, грешникам, которые заслужили вечного наказания, заслужили проявление Твоего святого и вечного гнева против нас. Но, Господи, мы благодарим Тебя за то, что по Твоей любви и милости Ты послал Сына Твоего, Иисуса Христа, чтобы Он понес на себе то наказание, которое мы заслужили. Господи, мы славим Тебя, потому что мы никак не можем воздать Тебе за все, что Ты сделал для нас. И поэтому, Господи, мы благодарим Тебя. Господи, помоги нам помнить об этом, не забывать этого и жить, понимая Твою благость и милость, которую Ты проявляешь к нам. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты укрепил нас Твоей истиною, укрепил нас Твоим Словом, и чтобы Святой Дух работал сегодня среди нас. Прибудь с нами, пусть будет все это во славу Тебе, наш Бог. Аминь. В следующей песне, в куплете, есть такие слова, мы будем петь. Буду ждать Тебя, Твоим Словом укреплюсь, буду ждать Тебя, верно ждать Тебя, всей душой к Тебе стремлюсь. В Библии, особенно в Старом Завете, идея, когда мы ждем Бога, это наша надежда на Него. И библейская надежда, это не просто мы говорим, ну, я надеюсь, что-то произойдет, как мы можем говорить. Мы надеемся, что будет хорошая погода завтра или еще когда-то. Нет, библейская надежда, это когда мы знаем, во что мы надеемся. Мы знаем, чего мы ожидаем Божьего действия, чтобы через Его истину Он утешил наши сердца и направил нас на правильный путь. И об этом мы споем Ему сейчас. Из темноты к Тебе спешу, к молениям ухо преклони. Тебя милости прошу. Искупление благодать.
сам Бог цену заплатил, чтоб кто доверится Ему, в нем исцеление получил. Чтоб кто доверится Ему, в нем исцеление получил. Последний слайд. Это для того, мы это запланировали, в принципе, для того, чтобы вас проверить. Шучу, бывает и такое. Друзья, мы сейчас хотим выучить с вами новую песню. Это пение мы пели в прошлое воскресенье группой. Я его высылал, надеюсь, вы имели возможность его послушать. Друзья, когда мы выбираем песни, основная наша, как бы, как сказать по-русски, our main thing, да, задача. Наша главная задача – это не смотреть на музыку, какая здесь тональность, мелодия приятная. Это текст. Точно как вообще в центре наших всех собраний – это текст, это Слово Божье. И чем больше песня говорит о истине Писания, тем лучше эта песня. Правильно? Вы согласны со мной? И эта песня, она очень хорошо нам показывает достаточность Христа. Потому что сами мы в нашем грешном состоянии, если бы мы предстали перед Богом, абсолютно каждый из нас был бы осужден, праведно осужден, и мы бы приняли это наказание. Но, веруя в Иисуса Христа, Он нам дает свою праведность. Свою праведность, которая достойна для того, чтобы войти в небеса, для того, чтобы жить вечно. И уже сегодня мы можем наслаждаться этим. Поэтому, когда мы ее будем петь, пусть эта истина, она будет у вас вот так напереди, о том, что достаточность Христа, и благодаря ей я сегодня могу рассчитывать на будущее с моим Господом. Мы попробуем, давайте сейчас вместе, я чисто с вами спою припев, чтобы он у вас был на слуху, мы ее сначала выучим, это будет такая большая спевка, и затем ее вместе сначала споем. Можно, пожалуйста, the slide for the chorus, please? It is done, it is finished, no more debt I owe, paid in full, all sufficient, merit now my own. Довольно-таки простая мелодия, еще раз. It is done, it is finished. У нас скоро будет спевки начинаться на Рождество. Все приглашены. Молодцы. Хорошо, друзья, давайте теперь сначала и во время песни помните, думайте о достаточности Христа. I inherit by
Аминь. Действительно, это особое благословение, особая благодать. Значит, что мы ничего больше не должны. Он заплатил все, и мы имеем свободный, абсолютно свободный доступ к Богу, к Его благодати. В этом наше упование, в этом наша надежда, и в этом особое благословение. Для этого мы собираемся, для того, чтобы еще раз напомнить себе Евангелие и еще раз поклониться Богу, который достоин этого поклонения. Апостол Павел в послании к Коринфянам, мы его сейчас проходим, чуть позже скажет, что если бы не было воскресения Христа, то вот все это бесполезно, напрасно. Напрасные наши встречи, они не имеют смысла. Но воскресение Христа, и мы сегодня будем об этом слышать, о воскресении Христа, вот в этом сила нашей уверенности. Об одной такой встрече с уже воскресшим Христом я хотел бы сегодня вместе с вами прочитать текст Писания. Откройте, пожалуйста, Деяния апостолов, 9 глава, мы будем читать с 1 стиха, 1, 22 стиха. Это встреча Савла с Иисусом Христом, вот как он стал его детем. Савл уже еще дышал угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал ему: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли с открытыми глазами, никого не видел, и повели его за руку и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: «Анания». Он сказал: «Я, Господи». Господь сказал ему: «Встань, пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руки, чтобы он прозрел». Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих о всем человеке, сколько зла он сделал святым твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть связать всех, призывающих имя твое». Но Господь сказал ему: «Иди, он теперь мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя твое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Анания пошел и вошел в дом, и возложил на него руки и сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тот час, как бы чешуя отпала с глаз его, и вдруг он прозрел и встал, крестился, и приняв пищу, укрепился, и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. И тот час стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили: «Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам». А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за Твое Слово живое и действенное. Благодарим Тебя за Тебя самого, Господи, за то, что Ты живой и воскресший. Вот так вот чудесным образом преобразовываешь сердца. Когда-то Ты имел эту встречу с Савлом и поменял его полностью. И Ты, Господи, поставил его на это служение, чтобы нести весть о Тебе воскресшем.
многим людям. Господи, мы благодарим Тебя за всех свидетелей, которые, Господи, несли эту весть, эта весть дошла до нас, и мы сегодня, Господи, являемся также свидетелями Твоего воскресения. Ты оживил наши сердца, и Ты, Господи, вдохнул в нас эту новую жизнь, Тобой дарованную, Господи. И мы имеем эту надежду, имеем это твердое убеждение в Тебе, что мы, Господи, прощены, что наши долги оплачены. И мы имеем, Господи, эту твердую уверенность в Тебе, что когда закончится наша жизнь, мы будем с Тобою всю вечность. Господи, мы поклоняемся Тебе за такую огромную милость и благодарим Тебя. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты и это служение сегодня благословил, и слово проповеди, Господи, и во всем да прославится имя Твое. Господи, мы просим Тебя за материальное служение, которое сейчас будет, Господи, благослови нас, Господи, жертвуй это на дело Твое, Господи, от всего сердца, от всей души, Господи, о том, в чем Ты благословляешь нас и благословляешь нас постоянно. Поклоняемся Тебе за все и благодарим Тебя, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, сейчас материальное служение. Твой
Замечательная песня, замечательное напоминание о том, как работает Господь в нашей жизни. Я приветствую всех, дорогие друзья. Очень рад всех вас видеть. И у нас сегодня, прежде чем мы начнем говорить об объявлениях, есть радостное событие. Алексей с Наташей Никифоровой принесли свою дочь для того, чтобы сегодня помолиться. Пожалуйста, друзья, проходите сюда. Давайте их поздравим с этим подарком от Господа. Это уже не первый подарок от Бога. Вот Господь дал вам еще одну возможность, еще один шанс, one more chance. Пойдите сюда ближе, не бойтесь, я не хочу далеко уходить просто от кафедры. Вот, и какая она у вас красивая и внимательная. Здорово. Друзья, долго не буду говорить. Если вы были во вторник, я во вторник много говорил уже о том, как Господь хочет, чтобы мы относились к нашим детям, как родители. Одно только напомню. Это подарок для того, чтобы вы стали проводниками Божьего влияния в ее жизнь. Вот если можно одним предложением описать parenting или воспитание детей, Господь именно вам верил, чтобы вы стали главным каналом влияния и Божьего хорошего влияния. Мы живем в мире, где если раньше, ну, несколько десятков лет тому назад, ребенок в основном дома был, он был под влиянием родителей и вот ближайших сверстников, ближайшего окружения. Сегодня эта девочка будет расти в мире, где есть интернет, есть много влияния, которое будет вот, от вас оно даже зависеть не будет. Потому что на нее будут влиять разные люди, потому что ну, ты не уйдешь в монастырь, она будет ходить в школу, она будет иметь доступ к интернету. Так вот, я хочу, чтобы вы всегда помнили, что вот независимо от всех других источников влияния, Господь хочет, чтобы вы были главным источником. Проблема не в том, что она будет общаться с неверующими. Проблема не в том, что она однажды в школу пойдет. Проблема не в том, что она на улицу выйдет, а там люди плохие. Проблема в том, что очень часто вот все эти источники, они затмят ваше влияние. Что для этого нужно? Для этого нужно всегда с ней иметь очень глубокий разговор. Я хочу вам просто напомнить несколько слов вот из книги притчи, как Соломон общается со своим ребенком, со своим сыном. Он не просто говорит, туда не иди, это не делай, то не ешь, это не трогай. Он не просто запретами работает, не просто законом, не просто диктаторством. Он его садит и говорит, сын мой, послушай меня, да, в вашей ситуации это будет доченька, послушай. Туда не иди, и вот почему. Вот что будет. Вот у меня был такой плохой опыт. Вот так вот Господь хочет. В 4 главе он говорит, храни свое сердце. Соломон не только беспокоится о внешнем поведении своих детей, он говорит, сердце храни, потому что из него источник жизни. Его мысли и все желания, все стремления, намерения – это часть сердца. Поэтому мое пожелание вам, друзья, чтобы вы всегда помнили, что ваша задача – воспитать ее сердце. Таким образом, чтобы когда она выйдет в мир, чтобы у нее, по крайней мере, вы не можете за нее уверовать, у вас нет никаких гарантий, конечно же, да, но чтобы вы с своей стороны сделали вот этот фильтр, чтобы, как если вы помните, уже однажды было сказано, это резьба, которая нарезается, вот, чтобы мир эту гайку накручивал, а она чтобы не шла, да, потому что там резьба нарезана уже ваша и Божья, библейская. Хорошо? Помните об этом. Я хочу сюда еще пригласить дедушку. Дедушка Валерий сегодня здесь находится, и вот он даже с цветами вот вас поздравит от души. И он тоже сейчас пару секунд скажет пожелания для вас. И у нас сегодня будет такая вот особая потом молитва. Это, наверное, Наташа, да? Слава Богу, Валерий, пожалуйста, да. Я хочу коротко для себя и для других напомнить одно место Священного Писания. Очень важно в нашей жизни. Мы много стараемся делать для наших детей. Трудимся, работаем, созидаем, достаем, кормим. Но я думаю, могу я с уверенностью сказать, потому что Моника – это 21-я внучка. Слава Богу. Слава Богу. Порадуйтесь со мной. И самое важное, что
для нас, как христиан, самое важное, что нужно делать для того, чтобы наши внуки и ваши дети были Божьими детьми. Я прочитаю абсолютно коротко, хочу поделиться. Простите, я переживаю, волнуюсь. 118-й псалом, 3 стиха. «Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред Тобою, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставом Твоим». Я не знаю, как в вашей жизни, как мы на самом деле в практике делаем то, что Бог повелевает. Я помню, однажды посетил в Киеве брата-служителя старца, по нужде я приехал. И когда я выходил у него из квартиры, то в квартире было написано «Остановись и помолись». Я желаю вам, дети, тоже для того, чтобы было хорошее воспитание, хороший успех в вашей жизни, всегда молиться Господу. Без молитвы ничего не будет, абсолютно. Смотрите, в начале наших протестантских церквях прежде всего мы молимся. Я вот оставляю вам, я вы это и вычитал, очень хорошие слова. «Семья без молитвы – это как дом без крыши, открытый всем бурям и ветрам. Молитва – это лекарство. Молитва преображает нашу жизнь, потому что на нас изливается Божья благодать. Благодаря молитве наши каждодневные просьбы исполняются». И хочу сказать Алёше и Наташе, особенно Наташа, Алёша работает, детей отправляешь в взрослую школу. Я хочу сказать, найди время для того, чтобы, когда Алёши нет, когда нету детей, чтобы ты склонилась, помолилась о них. Это самое важное. Нету молитвы. Я когда-то в молодости читал книгу «Много молитв, много сил». Поэтому я желаю вам, чтобы для того, чтобы успех был, и Моника выросла и красивая, и умная, и сильная, и самое главное, наследовала жизнь вечную, вам желаю, чтобы было как семья, семья без молитвы – это как дом, без крыши. Я хочу, чтобы у вас было благословение, и чтобы… Я знаю, что Алёша ждал мальчика. Когда у меня… Алёша говорит, ничего подобного… Я когда первый мальчик у меня был, я не помню, а мне соседи говорят, ты так кричал, сын. Но я спросил Алёша, не обижаешься, что у тебя четвертая дочка? Он говорит, нет, зато будет четыре прекрасных богатыря зятя. Вот так он желает. Поэтому я хочу тоже, чтобы Бог благословил, и чтобы и в нашей, и всех вашей жизни был успех от молитвы. Аминь. Аминь, аминь. Давайте, друзья, встанем и помолимся вместе с нашими друзьями. Наташа первая помолится, потом Лёша и дедушка. Дорогой Господь, благодарна Тебе за этот день, за все Твои благословения, Господь. Прежде всего, благодарна Тебе за спасение, Господь, за дар вечной жизни, что я Твоя, Господь. Я хочу, Господь, молиться Тебе за мою семью, благодарна, что Ты мне подарил замечательного мужа и девочек моих, Господь. Сейчас особо прошу Тебя за Монику, Господь. Прошу, благослови ее Твоим отцовским благословением, Господь. Веди ее, будь ее Господом и Спасителем, Господь, чтобы в сознательном возрасте она, Господь, приняла Тебя как Спасителя своего, Господь. Спаси, пожалуйста, ее. Помоги мне быть мудрой, Господь, вкладывать в нее, Господь, слово Твое, страх Твой, Господь, научить ее путям Твоим, Господь. Прежде всего, помоги мне учиться у Тебя, Господь, самой пребывать в Тебе, Господь, и благослови ее, ее жизнь, ее взросление, ее развитие, Господь, ее сердце, будь с ней, Господь, благослови ее Твоим, Господь, благословением. Я молю Тебя об этом, Господь, и благослови мою семью, и веди нас, Господь, всегда, и будь с нами везде. Аминь. Аминь. Дорогой Господь, благодарю я Тебя за то, что Ты дал мне возможность так узнать Тебя. Благодарю Тебя за то, что Ты пастырь мой, Ты ведешь меня, ведешь мою семью, Господь. Слава Тебе за это. В каждом дне видна Твоя милость, Твоя любовь к нам, Господь. Слава Тебе за это. Благодарю Тебя за то, что Ты дал мне прекрасную жену, деток, Господь. И
Сейчас мы молимся, чтобы Ты благословил Монику, Господь, чтобы она развивалась хорошо, росла здоровой, полноценной. И прежде всего прошу, молю Тебя, чтобы она была Твоим детем, чтобы Ты был ее пастырем, чтобы Ты тоже вел ее по тем путям, которые Ты предназначил для нее, Боже. Благослови ее Твоим благословением, дай нам мудрости возрастать в познании Тебя, Господь, и научать деток наших иметь с ними разговоры, не просто разговоры, а о Тебе, о Слове Твоем, Господь, о жизни с Тобой, Боже. Благослови, пожалуйста, дай нам мудрости в этом, благослови нашу семью, Тебе слава за все. Аминь. Аминь. Дорогой наш Господь, вместе с Давидом я тоже хочу сказать: услышь вопль наш, услышь нашу просьбу. Сегодня, как брат уже говорил, мы живем в очень нелегкое время, сложное, но в то же время Ты есть Бог, Ты защита и устройство всей нашей жизни. Я тоже благодарен Тебе, что Ты подарил нам детей. Сегодня уже у нас есть внуки, внучки. Благодарим Тебя за Монику, благодарим, просим у Тебя милости для нее. В это сложное время пусть будет Твоя благодеющая рука над ней. Здоровьем, всем необходимым телесно благослови, и особенно духовно, чтобы все внуки, внучки, они имели спасение по благодати от Тебя. Прошу Тебя, дай силы, благослови, чтобы она полюбила Тебя. И Алешу, Наташу благослови, чтобы они помогли направить ее в дом Твой вместе со святыми всегда прославит Твое имя. Прошу это во имя Иисуса Христа. Еще раз говорю, помоги, Господь, учиться нас у Тебя, приносить их молитвы постоянно к Тебе. Ты Бог живой. Благослови в имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Господи, я также присоединяюсь к этим молитвам. Мы благодарны Тебе за эти маленькие подарки и проявление Твоей благодати, которое Ты нам даешь, которым мы можем молиться за них и верять их в Твои руки, Господи. Мы надеемся на чудо в ее жизни. Ей надо будет расти в очень сложном мире, в очень сложных обстоятельствах, Господи, своеобразных. И я прошу, чтобы Ты сохранил ее от зла, чтобы Ты был рядом, Господь, всегда. Особо молю Тебя за Алешу с Наташей, чтобы Ты был самой большой драгоценностью в их жизни, Господи, чтобы они держались Тебя, любили Тебя всем сердцем и оказывали на Монику влияние больше всего, Господи, чтобы Слово Твое, оно пропитывало их душу, их сердце, и чтобы это изливалось на Монику, чтобы у нее взращивалось мировоззрение, Господь, понимание реальности, понимание мира вокруг, чтобы в свою очередь она преклонилась пред Тобою и отдала свою жизнь Тебе, Господи. Мы уповаем только на Тебя, веряем Тебе ее в Твои руки. Слава Тебе да будет за все. Аминь. Аминь. Поздравляем еще раз вас, дорогие друзья. Благословений. Благословений вам. Проходите. Пожалуйста, присаживайтесь, друзья. Итак, у нас сейчас будет время, когда я напомню несколько объявлений, которые связаны с нашей церковью. Но прежде всего, если вы гость, если вы первый раз с нами, друзья, мы вам очень рады. Особенно, если вы первый раз, может быть, в церкви, и вы не знаете Христа, вы не знаете, вот, о чем мы здесь поем, о ком мы поем, о какой-то вмененной праведности, о какой-то жертве, о чем-то, что свершилось. Друзья, Писание нам говорит, что каждый из нас является погибшим грешником. И Бог решил эту проблему тем, что Он пришел на эту землю, Он стал человеком, таким как мы, Он стал нашим представителем перед Отцом, Он умер, Он взял нашу вину на Себя, но Он не остался мертв, Он потом на третий день воскрес, и Он сегодня жив, чтобы спасать каждого приходящего к Нему. И если вы хотите узнать об этом больше, повернитесь, пожалуйста, к человеку, который рядом с вами сидит. Поговорите с ним, помолитесь вместе. У нас есть люди, которые будут очень рады с вами поговорить после собрания, включая меня, если у вас будут вопросы какие-то, очень рады будем с вами познакомиться. Но сегодня у вас есть возможность получить это спасение от вечной погибели. И мы еще будем больше об этом говорить в нашей проповеди. Несколько напоминаний. Пожалуйста, возьмите ваши бюллетени на следующей неделе, не на этой, которая будет, а на следующей. Вот, через неделю будет семейная конференция в Церкви Слова Благодати.
Прочитайте здесь все детали, они есть, есть QR-код, вы можете зарегистрироваться. Также на этой неделе будет мужской ретрит. И, братья, внимание всем, хочу напомнить, что сегодня последний день для регистрации. Мы серьезно это имеем в виду. Вот, я знаю, что есть люди всегда, которые после того, как регистрация закончится, они звонят и спрашивают, а вот можно мне еще? Мы хотим изменить эту традицию, такую нехорошую. Вот, и сегодня реально будет последний день. Хорошо? Помните об этом, друзья. Сегодня по этому QR-коду, сейчас это сделаете, зарегистрируйтесь. It takes just a few seconds, да, несколько минут. Зарегистрируйтесь. И на этой неделе будет выслан email со всеми деталями, что нужно для этого ретрита. Вот, поэтому, пожалуйста, следите за вашими имейлами. Также здесь у нас есть объявление о преломлении. Помните, это первое воскресенье каждого месяца у нас слева преломления. Пару вещей, которого нету здесь или которых нету. Сестры, для вас будет завтрак женский, время такого христоцентричного общения 21 октября. 21 октября, это будет в субботу, в 8 часов утра. Вот, мы это еще добавим в нашу бюллетень на следующее воскресенье. Но регистрации нет на этот раз, поэтому, пожалуйста, приходите, планируйте в 8 часов утра, 21 октября. И Оля Данчева будет ответственна за пищу. Вот у нас обычно сестры что-то приносят, и вот, подойдите, пожалуйста, к Оле Данчевой, она будет здесь в следующее воскресенье. Хорошо. Также сегодня у нас начало воскресной школы. Женя на меня смотрит, думает, забуду я или нет. Я забыл, да. Вот, сейчас только вспомню. Значит, сейчас, дорогие друзья, у нас начинается воскресная школа. В этом году у нас уже две группы. У нас была одна группа, сейчас у нас уже две группы. 3-4 годика, 5 и 6. Хорошо, поэтому вот сейчас, пока я делаю объявление, детки, родители, пожалуйста, отправьте ваших детей на воскресную школу, и там их встретят в коридоре. Спасибо огромное сестрам, которые трудятся в этом. Пускай вас Бог благословит. И это будет каждое воскресенье. Хорошо, кроме хлебопреломления, я так понимаю, по-моему, на хлебопреломление мы делаем обычно возможность для учителей быть на собрании, поэтому каждую неделю у нас будет вот воскресная школа. Хорошо, ну и последнее. У нас в этом месяце много у кого день рождения, anniversary, но сегодня, вот как раз сегодня у нас год совместной жизни наших друзей Никиты и Карины Объедковых. Вот, не знаю, они здесь, нет? Вон они там сзади. Поэтому давайте их поприветствуем, поздравим их. Да, как быстро время идет. Буквально год тому назад я их сочитывал, помню, и они такие еще были зеленые. Но они уже поспели немножко, уже не такие зеленые. Вот. Счастья вам, друзья, в Господе. Держите за Него и вместе, всей семьей, идите за Ним. Пускай Христос будет центром вашего брака. Хорошо. У кого-то еще есть день рождения сегодня, нет? Anniversary. Я только объявляю тех, кто мне звонит и как бы кто говорит, окей? Поэтому если я вас пропустил, я очень извиняюсь, но мы вас тоже поздравляем, и пускай Господь благословит вас. Хорошо, друзья, давайте мы сейчас встанем и поклонимся Богу вот в этом пении и приготовим сердце к слышанию Божьего Слова. Мой Отец и
идти до конца, чтоб ни случилось навеки я Твой. Будь моим видением, Владыка благой. Будь моим видением, Владыка. Итак, дорогие друзья, давайте откроем с вами и стоя прочитаем текст, который мы сегодня будем изучать. Это первое послание Коринфянам, 15 глава. Первое послание Коринфянам, 15 глава. И мы будем смотреть на стихи с 5 по 11, но я прочитаю, начиная с 3 стиха. Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 3 по 11 стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили». Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Божью церковь. Но благодатью Божью есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Господь дорогой, мы прочитали сейчас Твое Слово, и мы очень сильно нуждаемся, чтобы Ты помог нам понять, почему Ты поместил его в Писание. Почему это такой важный текст, что Ты посчитал нужным оставить его для нас. Как и все остальное Писание, этот текст, он богодохновен, полезен, для укрепления нашей души, для нашей веры, для практики, для близости с Тобою. И помоги нам, Господи, сейчас сфокусировать наше внимание, удали все отвлечения, и чтобы это время было для нас полезным. Аминь. Присаживайтесь, дорогие друзья. Сегодня не Пасха. Даже не весна и не апрель месяц. И, возможно, кому-то покажется странным, почему мы говорим о воскресении Христа, вроде как не по расписанию. Вот. И мы привыкли, друзья, с вами слышать о воскресении Христа, к сожалению, один раз в год. Один раз в год в большинстве церквей вспоминается воскресение Христа по-особому, только на день Пасхи. Ну вот интересно или полезно то, когда мы изучаем Библию стих за стихом, мы затрагиваем темы, которые мы не планируем затрагивать, и во время, когда мы не планируем это делать. Кто с нами, может быть, первый раз, мы каждое воскресенье сейчас изучаем первое послание Коринфянам, вот стих за стихом по порядку, уже вот около 2 лет мы это делаем. И это не просто праздник, друзья. Когда мы говорим о воскресении Христа, для многих это просто остается такое событие радостное. Вот гроб открытый, жены в восторге, птички поют, цветы цветут, и все так хорошо. На самом деле, друзья, воскресение Христа обладает колоссальной важностью, и Павел немножко позже вот в этой главе скажет, что если Христос не воскрес, тогда вы еще во грехах ваших. Подумайте, Христос уже пришел, Он родился, Он уже прожил безгрешную жизнь, Он уже на кресте умер. И все это было бы полностью аннулировано, если бы только Христос не воскрес. Так вот, 15 глава Коринфянам показывает нам огромную важность доктрины вообще в христианстве. Я немножко об этом в прошлый раз говорил. Христианство – это не просто сборник моральных принципов. Это не просто сборник, как правильно себя вести, каких-то законов.
Христианство, друзья, это учение о том, что твои грехи могут быть прощены, и это возможно благодаря конкретным историческим фактам, которые произошли в истории. Уберите эти факты, все христианство рушится, как карточный домик. Если Христос не воскрес, то все христианство рушится. И вот в прошлой проповеди я сделал небольшое вступление уже к этой главе. Я его очень быстро повторю. Коринфская церковь была мирская церковь. Они пришли в церковь, они пришли к Богу, обратились, но мирская философия их не оставила. И у них было очень много мирского влияния на их взаимоотношения, на их понимание семьи, на их понимание брака и так далее. И вот еще одна сфера влияния мира, это было в доктрине, в учении. Настоящая жизнь, друзья, согласно грекам, согласно вот миру, где жили коринфяне, это не физический мир. Они говорили, что это духовный мир. Это была философия платонизма, это была философия дуализма. И вот они так учили, что человек – это душа в клетке. И задача каждого – избавиться от этого тела, а не приобрести новое тело. И поэтому, когда пришли верующие, когда пришли апостолы, и они говорили, что Христос воскрес в телесном теле, они говорят, ну вы уже вообще глупости говорите, потому что материя – это зло, это наш смысл жизни, чтобы избавиться от материального тела. А вы говорите, что сам Бог пришел и взял на себя материальное тело. Так вот, кроме того, многие стали отвергать потом воскресение мертвых. Воскресение верующих людей. Им это не вмещалось в голову, что мы всю вечность будем с вами проводить в телесном теле. Почему? Потому что это, опять же, противоречило греческой философии. Окей? Это было влияние философии этого мира. Смотрите, оно очень хорошо проиллюстрировано в Деянии 17 главе. Деяние 17 глава, смотрите, 18 стих. Это когда Павел пошел в Афины, город, который там было очень много философов. И вот смотрите, он проповедует им Евангелие, а вот что они отвечают. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним и говорить, что хочет сказать этот суеслов. А другие говорили, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И дальше мы читаем, там некоторые стали насмехаться и так далее. Так вот, друзья, вот почему Павел посвящает всю 15 главу Коринфянам для того, чтобы показать, что без воскресения Христова, без воскресения будущего телесного мертвых, все христианство, оно рушится. И вот он начинает свой аргумент, указывая на воскресение Христа. Он им говорит, вы же уверовали в воскресение Христа, почему вам там так сложно уверовать теперь, что будет воскресение мертвых? Смотрите, в 12 стихе здесь нам представлена главная проблема этих людей. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения? То есть вот это был самый главный вопрос, о котором мы поговорим еще очень много. Этому посвящена вся глава, но сегодня мы еще не придем к воскресению мертвых, потому что начинает апостол Павел с доказательств воскресения Христа. И здесь он нам дает очень много пищи для размышления. Друзья, сегодня есть множество скептиков. Скептиков, может быть, вы являетесь одним из них. Может быть, вы в церкви, но вы никогда не задумывались, откуда вообще мы знаем, что Христос воскрес. Это понятно, что написано, но вы знаете, что не у каждого человека есть вера в авторитет Писания. Вот. Безусловно, если вы христианин, вы верите в Писание. Но дело в том, что апостол Павел здесь аргументирует воскресение Христа не Писанием. Он аргументирует его чем-то другим. Он его аргументирует доказательствами свидетелей, которые видели его и которые о нем потом ходили и проповедовали. Так вот, друзья, есть очень много сверхъестественных явлений в этом мире, которые, даже если они сверхъестественные, натуралисты пытаются их объяснить просто человеческой философией. Но когда мы приходим к тому, что кто-то был мертв и кто-то воскрес, вот это уже ничем нельзя объяснить. Это одно из самых больших чудес, которое натуральным образом никак нельзя объяснить. И вот почему, друзья, именно воскресение Христа стало одним из самых главных аргументов достоверности христианства в первом веке.
Когда вы читаете книгу «Деяния», заметьте там одну такую очень важную деталь. Апостолы очень много говорят о воскресении Христа. Очень много. Для того, чтобы доказать, что Христос воскрес, кстати, не нужно именно быть там. Чтобы стать свидетелем воскресения Христа, не обязательно сидеть в гробу, снимать на камеру то, как, знаете, пелены с тела уходят, как тело поднимается. И вот доказали, что, смотрите, я там был, я видел, как Христос воскрес. Нет, друзья, не обязательно это делать. Для того, чтобы доказать Христово воскресение, важно иметь две вещи. Первое – это факты смерти человека, зафиксированные в истории, доказательство тому, что он умер. И, кстати, Павел и подчеркивает, и что он погребен был. Зачем он это подчеркивает? Чтобы никто не сказал, что да он там не умер. Он просто потерял сознание на кресте. Нет, Павел говорит, он был погребен. Особенно если вы изучаете, как людей хоронили в первом веке, их обматывали пеленами. Там, если ты и не умер, и тебя положили в гроб, запеленали, ты умрешь в этих пеленах. Так вот, друзья, это факт, зафиксированный факт в истории, что Христос был погребен. Это первое, что нужно знать. И второе, что нужно знать, доказательство чего, это то, что кто-то потом, через какое-то время, видел этого человека на улице. И если есть доказательство того, что человек был погребен, и если потом кто-то видел его на улице, вот вам доказательство воскресения. Даже если там никого не было в гробу, и никто это не снимал на камеру. И вот именно, друзья, это приводит нам здесь апостол Павел в пример, в доказательство, в свидетельство ряда людей, сотен людей, которые жили на то время, которые видели воскресшего Христа. И апостол Павел здесь даже упоминает себя как главного свидетеля. И поэтому, друзья, сегодня моя проповедь будет больше апологическая, да? Она будет более доктринальна, потому что наш текст сегодня такой. Вот. Но я уверен, что пускай, друзья, это будет для нас еще одним основанием. Если вы верите в Христа, пускай это будет для вас уроком, как говорить с неверующими о Христе. К сожалению, я замечаю по себе, вот при моей евангелизации, благовестии, я мало говорю о Христе. Но, друзья, это самый главный аргумент, который вы можете сказать Христу. Если люди опровергают христианство, вы можете сказать, а вы знаете, что Христос воскрес? Была такая историческая личность, доказано, что Он умер, и доказано, что Он воскрес. И вот это один из апологических таких методов, как сегодня можно благовествовать, и то, как делает апостол Павел. И вот мы посмотрим, друзья, сегодня с вами на 6 свидетелей. Вы знаете, что можно это представить подобно вот судебная комната, да? Если вам когда-то приходилось было быть на суде, вы знаете, есть прокурор, там есть судья, и вот есть свидетели. И вот свидетели приглашают одного за другим. Так вот, Павел аргументирует, доказывает, что Христос воскрес, и приглашает нам 6 категорий свидетелей. Давайте с ними познакомимся. Самое первое – это Петр. Кстати, этих свидетелей, друзья, было намного больше. Здесь указаны только братья. Но еще подумайте, сколько было женщин. Женщины были одни из самых первых свидетелей Христового воскресения. Но в той культуре мы знаем, что свидетельство женщин оно не воспринималось. Женщинам не доверяли, женщина не имела права быть свидетелем в суде. Вот, и поэтому Павел здесь приводит только братьев, но женщины тоже были, их было очень много. Первый свидетель, я его назвал так, Петр, человек, отрекшийся от Христа. Петр, человек, который недавно отрекся от Христа. Петр был очень знаком, хорошо знаком коринфской общине. Если вы помните первую главу, там был даже целый лагерь людей, которые очень сильно уважали Петра. Помните, некоторые говорили «я Павлов», а некоторые говорили «я Кифин». Так вот, Кифа – это арамейское имя апостола Петра. Вот, это всем нам известный ученик. И я его назвал «человек, отрекшийся от Христа», потому что, друзья, это то, что характеризовало Петра на момент, когда ему явился воскресший Христос. Почему это важно? Потому что я хочу показать, что это человек, который не был готов страдать за Христа. Буквально несколько дней тому назад малейшее давление, какие-то женщины, там, какие-то люди просто во дворе сказали, слушай, и ты был со Христом. А он говорит, не знаю, о ком вы говорите. I don't know this man. И несколько раз он отрекается
от Христа. Почему это важно, друзья? Потому что это последний человек, который стал бы придумывать факты о воскресении Христа. Это последний человек, который придумывал бы факты воскресения Христа и за эти факты пошел на смерть. Потому что он даже не мог признать, что он знает этого Христа буквально несколько дней тому назад. Поэтому, друзья, если христианство, как некоторые скептики говорят, это продукт того, что вот просто какие-то люди, лунатики собрались и решили, вот давайте мы просто изобретем обман, выдумаем новую религию. Так вот, ранее отречение Петра, друзья, показывает, что Петр был самым худшим кандидатом, чтобы отдавать свою жизнь за выдуманную религию, потому что он в итоге стал мучеником за осознанный обман. Подумайте, насколько это глупо стать мучеником за осознанный обман. Кстати, вообще, когда мы говорим о том, что лжеучителя становятся мучениками, я знаю, что это не аргумент для многих, потому что некоторые говорят, а ты знаешь, сколько в истории людей искренне веровали в ложь, и они были сожжены на костре за свою ложь. Поэтому то, что человек искренне во что-то верит, не доказывает, и потом умирает за это, не доказывает истинность. Но здесь, друзья, есть одна существенная разница. Все еретики в истории, которые умерли за ложь, в которую они уверовали, они искренне веровали, что это была правда. Они умирали, будучи убеждены, что они страдают за истину. С Петром и с учениками, друзья, совершенно другая история. Если бы они умерли за ложь, они бы знали, что они умирают за ложь, потому что они только что ее придумали. И вот подумайте, насколько нужно быть сумасшедшим человеком, чтобы придумать обман, отдать всю свою жизнь, положить ее на алтарь и пойти на костер за придуманный обман. Так вот, друзья, Павел прежде всего говорит о Петре. Петр недавно, как я уже говорил, отрекся от Христа, которого он знал, с которым он ходил, которого он любил. В самой своей первой проповеди смотрите, как Петр проповедует Евангелие. Это человек, который недавно отрекся от Христа. Смотрите, Деяние 2.32. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы свидетели». Вы знаете, когда вы рассказываете какие-то истории, вот мы сказки рассказываем детям, да, и мы никогда не говорим «я там был», «я свидетель, что это произошло». Мы рассказываем сказки как сказки. И есть иногда детали, которые, ну вот просто, если человек как бы там не был, если он это не видел, у него эта история нет перед глазами, и он обязательно пропустит какие-то фразы, которые свойственны будут только очевидцам. Так вот здесь, друзья, смотрите дальше, Деяние 3, 14-15. «Но вы от святого и праведного отреклись, просили даровать человека вам убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Это деталь, которую Петр не смог сдержать. Мы свидетели, мы сами его видели. Мы точно не знаем, где и при каких обстоятельствах Христос являлся Петру. Но мы точно знаем, что это было. Смотрите, он ему являлся несколько раз, но до того, как он явился 11 ученикам, он уже явился Симону. Смотрите, Луки 24 глава с 33 стиха. «И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ним, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону». Эта встреча, друзья, для нас не описана детально в Писании, потому что у нас уже есть встреча, например, на озере, когда и Христос спрашивает, любишь ли ты меня, но это уже не первая была встреча. Вот. Но одно мы знаем, что на то время Петр находился в глубоком отчаянии, в унынии, в разочаровании, потому что недавно он отрекся от своего Господа. И мы читаем, что когда он понял, что он неправильно поступил, что он сделал? Он вышел вон, и написано, громко заплакал. Громко, горько заплакал. Мы можем только себе представить вот это состояние грызения совести. Не знаю, может быть, оно знакомо вам, я уверен, знакомо. Когда ты лежишь, может быть, на кровати, что-то произошло в этом дне, тебя просто сгрызает внутри, и ты хочешь undo, нажать кнопку. Знаете, как на Microsoft Word есть, когда ты печатаешь, кнопка undo. Ну так удобно. Напечатал что-то не то, undo сделал, и все стерлось, и ты заново печатаешь.
И вот иногда как хочется, чтобы такая кнопка была в жизни, правда? Что-то сделал, какую-то глупость сделал, что-то не то сказал, как-то не так поступил, пришел домой, осмыслил. Хочется вернуть обратно, а не можешь. И ты вот в таком подавленном состоянии находишься. Так вот, друзья, Христос любил Петра. И он знает, что ему сейчас нужно. В каком он находится состоянии, он нуждается в вере в воскресение Христа больше других апостолов, учеников. И мы читаем, друзья, что в последующей встрече он ему даже еще и служение вверяет. Он говорит: «Паси агнцев моих». И я могу только представить себе это чувство, друзья. Я его знаю. Я не знаю, насколько вы его знаете, но у меня было в жизни не раз, когда я видел, что я где-то провалил, где-то я согрешил, где-то я какую-то глупость сделал. И вот Христос через свое слово, через Духа Святого, он как бы не то, что является видимым образом, но он напоминает тебе это слово, убеждает тебя, ободряет. Так вот, друзья, то, что Христос явился Петру, это очень хорошее напоминание, что смысл следования за Христом не в том, чтобы быть идеальным. Christianity is not about being perfect. И Петр замечательно этому свидетельство. You will never be perfect. Ты не сможешь жить идеальной жизнью. Смысл христианства, друзья, в наших провалах находить Христа и в нем поддержку, восстанавливаться после наших падений. Идти дальше, вставать и идти дальше с новым упованием, с полученными уроками, со сделанными выводами, становясь мудрее, опытнее и со временем более твердо следовать за Христом. Это, друзья, первый свидетель, которого Павел приглашает вот в якобы это судебное заседание, чтобы он дал показания. Петр говорит: я его видел. Я его видел, и вот откуда я беру смелость проповедовать вам сейчас. Хотя я несколько дней тому назад отрекся от него. Второе свидетельство, друзья, 12 учеников. Я их назвал так: мученики за имя Христа. Это целая группа свидетелей, которая включает в себя Петра, но это более обширная команда людей, которые имели огромную привилегию по-особому вот быть близко с Господом, по-особому быть с Иисусом Христом близко на протяжении Его жизни. Так вот, это люди, подумайте, люди, которых Христос лично взращивает, Он лично их воспитывает. Насколько нам известно из преданий, все апостолы, за исключением Иоанна, они умерли мученической смертью. Только Иоанн, хотя он тоже страдал за имя Христа, помните, он был выслан на остров Патмос, там он получил откровение, которое впоследствии стало книгой Откровения. Но он единственный из учеников, который умер своей смертью. Своей, я имею в виду, его не казнили. И вот смотрите, с 10 главы Деяния, 40 стих, вот что сказано. «Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться, но не всему народу». Заметьте, у Бога есть избранные люди, которым он является. «Но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых». Друзья, почему это важно? Смотрите, мы имеем дело с людьми, которые очень близко были ко Христу. И давайте допустим сценарий, где кто-то, самозванец какой-то, решил переодеться во Христа, явиться ученикам и сказать: «Я Христос». Как вы думаете, у него бы получилось это сделать или нет? Попробуйте когда-то подделать личность. Это очень сложно. Намного сложнее, чем вам кажется. Видео подделать можно, обращение подделать можно, голос можно подделать, а вот манеры поведения никогда не подделаешь. В точности никогда. Заметьте, сказано, что они с ним ели и пили. Если вы провели с человеком 3,5 года, помните, даже когда ученики в Эммаус идут, и Христос явился им, помните, как они его узнали? В чем они узнали его? Кто помнит? В преломлении хлеба. И, скорее всего, речь идет не о хлебопреломлении, а о кушании. То есть, ну вот они сели кушать. И вот когда Христос начал кушать, они смотрят и говорят: подожди, где-то мы это видели. Вы знаете, что мы об этом не думаем, но у каждого из нас есть особые какие-то привычки или манеры поведения, когда вы кушаете.
Может быть, вы сейчас будете замечать. Вот придете домой и заметьте, как ваши дети кушают, как ваша жена, муж кушает. Вот. Каждый, кто, то есть это есть особенности. Есть того, вот как я разговариваю. Да, у меня там руки летают, вот я двигаюсь вот так вот, я там рот так открываю. Так вот, у каждой личности, друзья, есть свои манеры поведения. И если бы это был просто самозванец, который бы явился и сказал бы «Я Христос», ученики бы точно раскусили его. И хотя Павел, смотрите, называет здесь группу эту 12, кому-то может показаться, подожди, а может Павел ошибся? Я не знаю, было у вас такой вопрос, когда вы читали, скольким апостолам или ученикам явился Христос? Там было 12 или нет? Иуде он явился, Искариот или нет? Не явился он Иуде Искариот, Иуды уже не было. Помните, Иуда покончил жизнь самоубийством. Но здесь, друзья, ошибок нету, потому что немножко вот позже книга Деяний, конечно же, он явился 11 апостолам или 11 ученикам, но там также, по ходу, были и другие люди. Заметьте, Деяние, 1 глава, 21 стиха. Помните, ученики собираются и говорят, так, Иуды Искариот нету, нам нужно найти ему замену. Как нам ее искать? Смотрите, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Иисус. То есть, смотрите, нужен человек, который с нами был все это время, начиная от крещения Иоанна до того дня, в который он вознесся от нас, чтобы он был вместе с нами свидетелем воскресения Христова. И бросили жребий, и выпал жребий Матфею. Человек по имени Матфей, это не Матфей, это Матфей, и он сопричислен был к 11 апостолам. Так вот, походу, Господь уже тогда взращивал апостола будущего, и он дал ему тоже там быть, чтобы он потом был свидетелем, буквальным свидетелем, очевидцем Христового воскресения, воскресшего Христа. Сегодня, кстати, есть спор о том, есть ли сегодня апостолы. В харизматическом движении есть немало людей, которые говорят, там, я такой-то апостол, там, и они имеют в виду апостолы с большой буквы. Так вот, этот текст нам показывает очень ясно, квалификации для того, чтобы быть апостолом с большой буквы. Ты должен был видеть воскресшего Христа своими глазами. Сегодня таких кандидатов нет. Никому сегодня Христос не является воскресшим. Только еще был один такой человек, апостол Павел, который потом был тоже апостолом назван, но ему тоже явился Христос очевидным образом. Это был уникальный случай. Так вот, друзья, исходя из этих квалификаций, мы видим, что одна из главных задач учеников Христа была в том, чтобы стать свидетелями того, что они видели своими глазами. Как я уже говорил, если бы это был организованный обман, эти люди были бы сумасшедшими, потому что каждый из них стали мучеником за ложь, которую они сами придумали. Но нигде мы не видим, чтобы это были сумасшедшие люди. Это были адекватные люди, они знали, что говорят, и они знали, что не доказывают. И вот почему, смотрите, 1 Иоанна, 1 глава начинается очень интересными словами. О том, что было от начала. Помните, он говорит, о том, что мы слышали своими ушами, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. Помните, Фома вложил даже свои вот руки, то есть это было физическое тело Христа, это им не померещилось, это был не дух какой-то летающий, это был настоящий воскресший человек из мертвых. Так вот, друзья, это были люди, которые после смерти Христа впали в депрессию и пошли ловить рыбу. А через некоторое время они становятся на площадях и готовы умереть за то, что они видели и слышали. Как это объяснить? Никак не объяснить. Только тогда, когда мы уверуем в то, что их свидетельства достоверны. Третья, друзья, категория свидетелей. Смотрите, я назвал ее так, более 500 других братьев, живые и доступные сегодня. Более 500 других братьев, живые и доступные сегодня. Потом явился нежели 500, более даже чем 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые уже почили. Некоторые говорят, ну может у них у всех были галлюцинации. Ну 500 человек, друзья, неужели у каждого вот могут быть галлюцинации, одинаковые галлюцинации?
Друзья, мы не знаем, что это были за 500 братьев. Писание нам об этом вообще не говорит, это событие не описывает. Но суть Павла даже не в том, вот сколько их было, 500 или 550 или 586. Или 593, неважно. Не количество важно, друзья, а важно то, что их было более чем 500, и они живые и доступные сегодня. Идите, спросите. That's his point. Он говорит, не верите мне на слово, что я видел? Пойдите, 500 человек, разных человек. Они вам расскажут точно ту историю, которую я вам рассказывал. Вообще природа евангелизации немножко вот во время первой церкви отличалась от сегодняшней. Сегодня мы с вами идем и говорим, смотрите, написано так, верьте Библии. Ну, естественно, люди говорят, а вот иди там, знай, можно доверять Библии, нельзя доверять Библии, да? И сегодня в основном спор идет вокруг достоверности Писания. Но, друзья, в первом веке Нового Завета еще не было, как люди благовествовали? В основном нужны были свидетели, очевидцы, которые пошли и сказали, я видел, не веришь мне, спроси у него. А тот скажет, у него спроси. То есть Бог позаботился, друзья, это не просто один человек, Мухаммед какой-то, который получил откровение, и потом другим говорите, все верьте мне. Ну, может, Мухаммед был не совсем психически здоров. Кстати, у него была эпилепсия, и там это другая история. Вот. В основании христианства, друзья, это не просто свидетельство одного человека, которому померещилось что-то, иди знаю, он правду говорил или нет. Там сотни людей. И как это обычно знаете, детективы делают, когда они опрашивают свидетелей, что они делают? Они приглашают одного, спрашивают, записывают, приглашают второго и смотрят, а его история похожа с тем или нет. Потом третьего, четвертого. Друзья, если бы вы опросили более 500 братьев, которые договорились придумать ложь, я вас уверяю, вы бы где-то нашли разномыслие, где-то бы они прокололись. Впоследствии я уверен, что более 500 братьев где-то бы разочаровались, устали бы пропагандировать ложь, и в итоге кто-то бы проговорился, что, слушай, это мы все просто придумали. Придумать, друзья, историю о твоем современнике и писать, что сегодня есть более 500 братьев, идите у них спросите, это просто глупо. Это просто глупо. Вы знаете, вот благовестие, с одной стороны, в то время было легче. Почему? Потому что есть свидетели, есть люди, которые даже в живых, помните, как апостол Павел, другие апостолы в книге Деяний говорят, вы же видели, был человек распят, вы же свидетели, вот вы же, вот помните, царь Агриппа разговаривает с Павлом, и Павел говорит, царь, ну ты же знаешь прекрасно, что они просто там из зависти, да? Ты же знаешь все события, которые происходили, а царь не сказал, не знаю, потому что это были очевидные факты. Историки, друзья, светские историки, Иосиф Флавий есть такой человек, который вообще ничего с христианством не имеет общего, и он записал, есть римские историки, которые говорят, что был такой человек, Иисус из Назарета, который был предан распятию при Понтии Пилате. То есть эти факты нельзя было как-то оспорить. Если бы можно было, то люди бы просто бы сказали, это сумасшедшие люди. Но христианство в то время именно выигрывало на этом, что это было очевидно. Проблема только в том, что это же движение призывает тебя к покаянию, и вот почему люди не хотели веровать. Не потому, что факты отрицались, не потому, что доказательств не было, а потому, что людям включили свет в их темноту, а люди ненавидят свет. Так вот, друзья, если христианство правда, тогда было легче благовествовать. Но если христианство ложь, в то время there is no way, что оно бы выжило. No way. Что оно бы переросло в миллионное движение, потому что его невозможно было подделать. В этом и смысл Павла. Есть много братьев, даже не сестер, братьев, которые могут все подтвердить точно. Итак, идите у них спросите. Четвертое доказательство или четвертый свидетель. Иаков. Я его назвал так, скептический родственник. Skeptical relative. Речь идет здесь не об апостоле Иакове, не об ученике Христа, а идет речь о брате, сводном брате Иисуса Христа. Павел тоже его зовет в судебную комнату якобы и говорит, вот смотрите, сводный брат Иисуса Христа. Всю жизнь отвергал Христа. В 7 стихе сказано, что Христос потом явился Иакову.
Мы знаем, что у Марии были дети помимо Иисуса Христа, но от Иосифа. Христос был непорочным. У него было непорочное зачатие от Духа Святого. Иосиф не был его кровным отцом. Но вот у Марии потом с Иосифом были другие дети. И вот эти дети, они вспоминаются несколько раз в Евангелиях. Вот. И как это обычно бывает, друзья, не знаю, если вам приходилось встречаться, когда ты какой-то великий человек, вот, и ты становишься популярным в народе, обычно твои домашние пренебрегают тобой и говорят: так, какой это мессия, мы же с ним росли, мы с ним в песочнице игрались. Вот. Иногда жены, когда я как-то слышал историю, одна жена была в церкви одного известного там пастора. Вот, и там, вы знаете, когда известный пастор, тысячная церковь, вот все там ходят, думают, это ангел какой-то. А потом эта девушка вышла замуж за этого пастора. И потом она дает свидетельство, говорит: слушай, я думала, что это ангел. Вот, а сейчас за него вышла замуж, он обычный человек. Вот, ну, она не с пренебрежением, а просто говорит, это обычный человек. Так вот, обычно вот люди, даже вот родственники там или близкие, там братья, сестры, да, siblings, они не воспринимают потом, вот как их братья и сестры развиваются. Смотрите, Марка 3:21 сказано: услышав об этом, родственники, или я извиняюсь, у нас был стих здесь Иоанна 7:5. Иоанна 7:5 написано ясно, что братья не веровали в него. Почему об этом говорит Павел? Опять же, Иаков был последним кандидатом на то, чтобы выдумать историю воскресения Христа. Нигде мы не находим, чтобы было сказано о том, что семья Христа уверовала до его воскресения. Ну, естественно, Мария была верующая, его мать. Но смотри, что о нем говорили люди, вернее, говорили родственники. Марка 3:21. «Услышав об этом, родственники Иисуса пришли забрать его». Потому что говорили, он не в своем уме. Он вышел из себя, написано в синодальном, но там такой смысл, что he has lost his mind, he's crazy. Может быть, вы слышали, есть у вас брат там или сестра, они себя неадекватно ведут в обществе, им как-то, ну, родственники стыдятся, приходят, забирают его и говорят: не обращай внимания, он не совсем, у него все в порядке. Друзья, родственники Христа, его вот братья, так говорили о Христе. И, возможно, когда даже Иаков вот услышал, что брата его распинают, может быть, он даже и посетил его мысли, что ну, допрыгался мужик. Мы тебе говорили много раз, брось ты это дело, вот, вот ты допрыгался. Вот к чему привело твое вот желание там быть известным или что-то. Мы не знаем, друзья, всего, но мы знаем, что родственники стыдились его, говорили, что у него не все в порядке с головой. Но потом мы видим, как Иаков вдруг становится столпом церкви. Он становится главным пастырем Иерусалимской мультитысячной церкви. Он пишет одно из богодохновенных посланий, послание от Иакова. И скажите, откуда такая перемена? Иаков вдруг решил придумать историю воскресения Христа. Это был последний человек. Это был последний человек, который как-то поменял бы свое мнение. Но откуда такая перемена? Потому что ему явился воскресший Христос, друзья. Ничто не может подтолкнуть человека на такой переворот мышления. Потому что он считал, что брат его был мертвый, ему просто не повезло в жизни, у него не все было в порядке с головой, а вдруг этот брат тебе является в прославленном теле. Ну, здесь невозможно не уверовать. Так вот, друзья, это четвертый свидетель. Пятая группа свидетелей – это апостолы. Смотрите, апостолы – это, я назвал их так, миссионеры и благовестники воскресения Христа. Эта категория людей немножко шире, немножко больше, чем просто ученики. Обычно, когда мы слышим слово «апостол», мы слышим или думаем об апостолах с большой буквы, но само слово «апостолы» – это, если с маленькой буквы, греческое слово «апостолос» просто означает «посланники». Кого-то, кого церковь посылает или Бог посылает на то, чтобы миссионерствовать и заниматься открытием новых церквей, это благовестники. И вот посмотрите, как в начале книги Деяний сказано о том, что Христос являлся очень много раз апостолом. Деяния 1:2-3 сказано: «До того дня, в
который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами. В продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Но потом, читая остальную книгу Деяний, мы видим, как апостолами названы не только 12 учеников. Например, смотрите, Деяния 14.14. Написано «апостолы Варнава и Павел». Ну, Павел понятно, но Варнава не был апостолом. В нашем смысле этого слова, как мы привыкли думать об апостолах с большой буквы. Но Варнава был апостолом с маленькой буквы. В каком смысле? Он был послан церковью, чтобы миссионерствовать и организовывать новые церкви. Римлянам 16 глава, смотрите, 7 стих. «Привет Андронику и Юнию, моим соплеменникам, которые были вместе со мной в заключении, они занимают особое место среди апостолов». Апостолос. «И до меня еще уверовали во Христа». В других текстах синодальный перевод просто переводит как «посланники». Но это тоже греческое слово «апостолос», оно было очень известное, обширное. Почему, друзья, Павел упоминает эту категорию людей? Потому что это еще один лагерь людей, которые не придумывали бы историю воскресения Христа. Почему? Потому что они на смерть пошли. Многие из апостолов, посланников, которые организовывали новые церкви, благовествовали, они в итоге стали мучениками за Христа также. Как минимум они оставили свои семьи, как минимум они взяли свой крест, они отвергли себя и пошли, посвятили свою жизнь, чтобы организовывать церкви, организовывать целое христианское движение. Какой нормальный человек выдумает ложь и потом за эту ложь вот, откажется от всего и пойдет по миру ездить и проповедовать? Опять же, люди сегодня умирают за ложь. Люди сегодня страдают за ложь, но большинство из них не знают, что это ложь. Эти люди бы знали. И поэтому Павел их упоминает здесь. Но есть, друзья, я хочу еще время оставить для последнего нашего свидетеля, особо на это сделать акцент. Павел, апостол Павел, бывший гонитель церкви. Как вам история о том, что бывший гонитель церкви придумал историю воскресения Христа? Как вам такая версия? Павел лично не видел Иисуса до того, как он вознесся. Но он видел его после вознесения. Сегодня брат уже об этом читал. В прославленном теле, когда он явился ему по дороге в Дамаск. И вот обращение Павла, друзья, это еще одно явное доказательство воскресения Христа. Потому что Павел еще один пример человека, который совершенно не собирался стать верующим. Совершенно. Он шел абсолютно в другом направлении. Вот смотрите, как он сам о себе говорит. 1 Коринфянам 15 глава с 8 стиха. «А после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Божью церковь. Но благодатью Божью есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, то есть не была напрасна. Но я более всех потрудился». Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мной. Здесь, конечно, можно было отдельно проповедь сказать на этот текст. Вот, о благодати поговорить. Можно было здесь о многом сказать. Ну, например, как насчет того, что он говорит, благодать, когда она пришла в мою жизнь, она не была пустой, она не была тщетной. О чем он говорит здесь? Он не говорит, что у кого-то она может быть тщетной. Нет. Он говорит, что когда благодать приходит, он просто подчеркивает факт, что я не просто стал теологом, я не просто стал умным человеком, я не просто какие-то фразы начал говорить. Он говорит, эта благодать во мне произвела огромные перемены. И это говорит о том, что если, друзья, в вашей жизни вы свидетельствуете о том, что Божья благодать коснулась вас, она не может быть тщетна. Есть люди, которые говорят, я пришел в церковь, я уверовал в Бога, смотришь, жизнь осталась такая же самая. Как человек жил для себя, так и продолжает жить для себя. Это обман, друзья. Невозможно встретиться с Богом и остаться таким же самым. И об этом Павел говорит. Он заметил, он говорит, что я более всех потрудился. И он смотрит на себя и говорит, откуда у меня это? Я раньше церковь гнал, а теперь я люблю церковь. Я раньше Христа хулил, а теперь прославляю Его имя. И он показывает, что в принципе, да, вроде бы он потрудился, он пошел основывать все эти церкви, но потом, оглядываясь назад, он думает, подожди, как это я? Это благодать Божья, которая во мне. Потому что я знаю Павла. Павел ходил и
хулил имя Бога и принуждал верующих хулить имя Бога. Поэтому, друзья, здесь даже главный акцент не в этом. Главный акцент здесь, что в итоге воскресший Христос ему явился как некоему извергу. И у нас русское слово «изверг» означает, ну, какой-то злой человек, который мучает других. Павел был таким, но буквально греческое слово здесь немножко о другом говорит. Заметьте, по-английски сказано «to the one who was untimely born», да, или «last of all, as to one untimely born». Вот греческое слово буквально означает «выкидыш». То есть человек, который рождается прежденазначенного времени, и роды которого никто не ожидает. То есть он должен родиться в одно время, он рождается в другое. Я не знаю, почему это слово перевели как изверг, но не в этом суть. Суть в том, что этим словом называли очень часто абортированных детей, которые рождаются, или они даже не рождаются, они умирают еще в утробе матери. Вот, к сожалению, их убивают там. Но, возможно, Павел этим словом описывает себя, вы знаете, подобно или выкидышу, у которого, ну, вообще, самого этого ребенка оставь сам по себе жить, он умрет. Ему нужны аппараты, ему надо специальный контекст, условия для жизни. Так вот, может, Павел именно подчеркивал, что без Божьего вмешательства я бы умер. Или он просто говорит себе, подобно абортированному ребенку, я был мертв, и только благодать Божья могла меня воскресить. Идея того, друзья, что Павел просто вот придумал историю о воскресении Христа, это просто абсурд. Потому что Павел был гонителем церкви. Он был известен, очень хорошо известен, как один из самых жестоких хулителей имя Бога. Смотрите, он о себе говорит свидетельство в Деянии 26 главе. Деяния 26 глава, здесь даже давайте с 8 стиха прочитаем. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Помните контекст, греческая философия отвергала воскресение мертвых. И вот у Павла тоже там были люди, которые отвергали воскресение мертвых. И вот он потом аргументирует, он говорит, я тоже думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея, но я это делал в Иерусалиме. Апостол Павел уже в Иерусалиме всех там верующих посадил, кого нужно уже предал смерти. Но вот он говорит, я это и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице. Когда убивали их, мы точно не знаем, если Павел лично убивал, но он подавал голос, то есть это было его, по его приказанию. Может быть, руками чужих людей он убивал верующих, но он говорит, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их, принуждал хулить Иисуса и в чрезмерной против них ярости преследовал даже в чужих городах. Вот представьте себе, вы живете в Иерусалиме, здесь живет этот зверь апостол Павел, который хочет вас убить, вы уезжаете в Портленд, он и там достал вас. Вы в Сиэтл уехали, он и там достал вас. То есть это же нужно иметь такую ревность, да? Вот, в принципе, он говорит, я уже в Иерусалиме дело сделал, потом узнал, что в Дамаске тоже эти верующие есть, пошел в Дамаск. Для сего я, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осенявший меня и шедших со мною. Не у каждого из нас, друзья, был такой опыт встречи со Христом. Это было однажды в истории. Чтобы перевернуть этого человека жизнь и сделать его ходячим свидетельством, доказательством, что ничто не могло его изменить. Павел никогда бы не поменял бы свое мнение о Христе, если бы Христос воскресший не явился ему. Я думал, друзья, об этом, вот какую иллюстрацию можно этого сделать, но придумал такую, как бы, ну или вспомнил, может, несовершенная иллюстрация. Ну вот мы все знакомы сейчас с политикой, да, с политическим американским миром. И вот сейчас каждый день там Трамп каждый день буквально записывает всякие ролики, да, там ралли делает. И вот вы знаете, как вы думаете, Трамп поддерживает Байдена или нет? Все знают, что нет. Он там всеми известными словами, которые можно только по телевизору показать, против него идет, против демократической партии. Так вот, что должно произойти, чтобы в одно утро вы включили телевизор, а там Трамп стоит с плакатами Байдена и говорит «Go, демократы!»
Вот. Как вы думаете, это реально или нет? Я думаю, вы скажете, подожди, что-то здесь, это фотошоп. Друзья, ну вот даже когда мы говорим о политическом мире, это возможно. Знаете, я видел, как политики очень часто говорят то, что им выгодно вот в то время, поэтому даже это можно допустить. И это не сравнивается с тем, что произошло с апостолом Павлом, но в какой-то степени вы можете представить, насколько это невероятно. Невероятно, чтобы то, что делал Павел, потом он повернулся в противоположном направлении и вдруг стал проповедовать воскресение Христа. Идея того, что апостол Павел придумал этот факт, это просто абсурд. Это никак нельзя подтвердить здравым смыслом и исторически. Друзья, почему то, о чем мы говорим с вами сегодня, так важно? Когда мы смотрим на рост разных религий, возьмите историю, как в основном развивался ислам? Ислам развивался в основном мечом и войнами. Завоевывалась новая территория под угрозой смерти, человек обращался в ислам. Ну, в принципе, здесь to be fair, да, чтобы быть справедливым, нужно сказать, что было время, когда христианство тоже так размножалось. К огромному сожалению, это были темные века. После того, как христианство стало государственной религией в Римской империи. Но вначале, друзья, так не было. Другие религии также предлагают какие-то философии, идеи, которые приятно слышать людям. Множество религий просто распространяются, потому что люди уважают предания. У меня недавно был разговор с одним мусульманином, и я ему говорю, ну во что ты веришь? Он говорит, я мусульманин. Я говорю, окей, классно, а во что ты веришь? What do you believe? Он говорит, я не знаю, просто у меня папа был мусульманином, мама была мусульманкой, и я мусульманин. А никто не знает, что это означает. Ну, по крайней мере, он не знал. Так вот, многие люди просто принимают какую-то религию ради уважения своих предков. И так религия может быть распространяться. Когда мы говорим о том, как умножалось количество христиан в первые века, оно распространялось, друзья, личной верой в смерть и воскресение Христа и покаянием в своих грехах. И это просто невозможно было бы, если бы христианство было построено на обмане. На обмане, которое можно было раскусить в один миг. По-человечески рассуждая, придумайте сегодня обман, на котором вы построите движение, которая проповедует все, что идет против человеческой природы. Ты грешник, ты мертвый, ты без Христа ничего не стоишь. Тебе надо покаяться, отвергнуть свою жизнь, отвергнуть удобство. Придумайте религию такую, и вот такие вот требования распространите, и увидите, сколько людей за этим пойдет. А еще если это будет основано на том, что современник какой-то умер и воскрес, ну это вообще разоблачить легче всего. Поэтому, друзья, то, что христианство не просто выжило в первые века, а то, что оно exponentially выросло, показывает, что никто не мог опровергнуть факты, которые мы с вами читаем в Евангелиях. Более чем 500 человек Бог позаботился, чтобы они увидели и потом стали свидетелями. Это не один человек, это не 10 людей, которые сговорились. Такую массу людей просто невозможно представить, чтобы они какой-то обман могли так распространять. Тем более, когда в этом контексте вас убивают за веру в это. Так вот, друзья, как итог всего, о чем мы говорили, я хочу сказать, что поскольку это правда, это означает, что все, чему Христос учил, это правда, это означает, что все, чему апостолы учили, это правда. И если Он действительно воскрес, тогда только в Нем есть единственная надежда на спасение. И если, друг дорогой, ты еще сегодня не знаешь этого Христа, если ты сомневаешься в достоверность Писания, если ты сомневаешься в том, что Христос, может быть, учил, посмотри на факты истории, изучи исторические документы. Никаких исторических документов нет, которые и близко бы стояли с такой убедительностью, которая просто само за себя говорит. Я хочу, друзья, чтобы мы сейчас могли с вами помолиться. Мы обычно молимся в группах по 2-3 человека. Если вы некомфортно себя чувствуете, вы можете помолиться один на один с Богом, но поблагодарите Его за Его воскресение
И поблагодарите за то, что Он позаботился о том, чтобы эта весть до нас дошла. И нам не нужно сегодня каким-то байкам, басням верить, а мы верим очень многим свидетельствам людей, которые лично Его видели, слышали. И это Божье суверенное дело. Пускай вас Бог благословит, друзья. Аминь. Давайте помолимся, и потом я вам дам несколько секунд помолиться, минуты, потом я закончу. Ты сегодня напоминаешь нам о Твоей заботе о нас, о людях, которые живут уже тысячи лет после Твоего прихода, и Твоя забота в том, что Ты в свое время явился более 500 братьев, апостолам, столпам христианства для того, чтобы они потом говорили другим, чтобы они были живым свидетельством, и чтобы некоторые из них для нас потом это записали на страницы книги, чтобы эти страницы в точности неискаженно до нас дошли, Господь. Мы очень часто не думаем о всем этом процессе вообще, как мы получили Библию, как до нас дошло христианство, Господи. Мы благодарим за Твое провидение, за Твое суверенное действие, вот что Ты ограждал весь этот процесс. И хотя во время истории христианства было так много искажений, так много фальшивого христианства, так много попыток дьявола погубить это движение, Господь, ничто не может его остановить, потому что Ты создатель этого движения, Ты создал церковь, и истина, она всегда остается истиной, ее невозможно опровергнуть. Господи, я благодарю Тебя за то, о чем мы могли сегодня поговорить, помоги, чтобы если у нас есть скептики здесь, которые слышали это слово, если мы общаемся со скептиками, Господи, помоги, чтобы они дали шанс, вот как-то они могли даже открыть немножко свой разум, to consider, подумать. Легко сказать, что все это просто сказки, но очень сложно столкнуться с фактами. Поэтому помоги, Господи, используй вот все эти научные доказательства и
археологию и все исторические доказательства, Господи, для того, чтобы все-таки людей убедить, что то, что написано в Библии, это истина. Был такой человек, Бога-человек Иисус Христос, Он родился, умер, был погребен, и потом воскрес, вознесся, и скоро опять придет, чтобы судить вселенную. И только Его кровь может покрыть наши грехи, Господи, спасти нас от этого суда. Помоги нам, Господи, в нашем свидетельстве иметь больше смелости, в нашем благовестии говорить людям о воскресении Христа, о том, что это неопровергаемые факты, истории, и чтобы это имело свой эффект, Господи, чтобы мы были утверждены в то, во что мы верим. Благослови, Господи, укрепи нашу веру через это. Тебе да будет через это слава. Аминь. Знаете, я, слушая проповедь, заметил одну такую интересную идею, как встреча с воскресшим Иисусом Христом изменила жизнь всех этих свидетелей.
Подумайте, Петр, который отрекся от Иисуса Христа, который не был достоин, можно сказать, встречи, не был достоин этой благодати, является тем, который первый публично проповедует о воскресшем Иисусе Христе в день Пятидесятницы. 12 учеников, они получают силу для того, чтобы стать мучениками за христианство. Эти более чем 500 братьев получают привилегию, чтобы быть, можно сказать, фундаментом свидетельства христианства. Иаков, который был, не верил в Иисуса Христа, был скептиком, Иисус все равно является и говорит: «Нет, ты будешь верить в меня теперь». И он оставил нам послание Иакова, был одним из ключевых людей в церкви. Апостолы, о которых было сказано, это миссионеры, евангелисты, встретившись с воскресшим Иисусом Христом, получают силу для того, чтобы идти и проповедовать по всему миру. И Павел, который был гонителем церкви, который был врагом Иисуса Христа, встретившись с живым Иисусом Христом, становится, можно сказать, самой ключевой личностью в первом веке, благодаря которого христианство распространилось по всей Римской империи. Дорогие друзья, вот что происходит в жизни людей, которые встречаются с воскресшим Иисусом Христом. Сегодня у нас нету, мы не видим вживую воскресшего Иисуса Христа, но через Писание, через Духа Святого, через то, что мы знаем, мы в нашем сердце можем встретиться с воскресшим Иисусом Христом, и это изменяет нашу жизнь. Поэтому, дорогой друг, если ты еще не знаешь Иисуса Христа, если для тебя Он просто еще это вот центральная личность христианства, это религия, которая там где-то, если Он еще не является воскресшим в твоем сердце, если ты еще Его не знаешь, как это, то есть еще возможность познать Его, и знание воскресшего Иисуса Христа, как мы видим, имеет огромный эффект на жизнь людей. Поэтому пусть Бог благословит нас. Если мы знаем Иисуса Христа, то мы можем жить, как те свидетели жили. Дорогой наш Господь, мы благодарим Тебя за все, что мы услышали сегодня, за то, что мы уверены, что христианство основано на историческом факте воскресения Иисуса Христа. Это не просто легенда или миф, в которую мы верим, но есть основание этому. И это дает, Господи, нам силу, дает нам уверенность для того, чтобы идти и проповедовать об Иисусе Христе, чтобы говорить другим людям. И это изменяет всю нашу жизнь. Господи, те, которые еще не знают Иисуса Христа лично, для которых Он не является Спасителем и Господином их жизни, мы молим и просим Тебя, Господи, чтобы Ты воздействовал в их сердце, чтобы они соприкоснулись с воскресшим Иисусом Христом, и чтобы жизнь их изменилась раз и навсегда, и чтобы они были Твоими. Господи, благослови нас в этом, и пусть будет Тебе за все слава наш Бог. Аминь. С миром, дорогие друзья.